Производить аудио или видеофиксацию каких-либо действий возможно. Главное впоследствии, чтобы иметь возможность предоставить их в правоохранительные органы либо как доказательство в гражданском процессе, уведомить лицо, которое человек снимает, о том, что он его снимает. Поскольку... А если он против? В данном случае как быть? Здесь главное уведомить, понимаете, что я веду видеофиксацию или я веду аудиофиксацию, да, и тогда это аудио или видеофиксация может быть использована как доказательство в гражданском, либо признано доказательством в уголовном процессе. Если человек ведет видеосъемку скрыто, это установлено законом, что данная видеосъемка не может быть использована в качестве доказательств, например, в гражданском процессе.